В День Победы 9 мая в столице края высадят 50 молодых елей. Город станет участником масштабной акции «Аллея России». По инициативе основного акционера компании СОЭК СГК «Еврахим» Андрея Мельниченко зеленые аллеи появятся в нескольких регионах страны. В Красноярске в парке 400-летия города деревья высадят сотрудники СОЭК и СГК. К ним присоединятся делегаты представительства ООН, специалисты Росприроднадзора и Совета ботанических садов России. А почетными гостями будут ветераны. Поддерживает мероприятие и правительство Красноярского края, Министерство природных ресурсов региона, администрация города. Организаторы уверены, что новая аллея станет символом уважения и благодарности подвигу советских солдат в Великой Отечественной войне. Кроме того, станет вкладом компании в озеленение краевого центра снижения запыленности и загазованности городского воздуха. Аналогичная акция СОЭК пройдет в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области, а на Мамаевом кургане в Волгограде в рамках реконструкции мемориального парка компания «Еврахим» высадит серебристые клены.